классом пока что. Здесь третьего эйса не случилось для Питера. Полетаева вновь блокирует. Вновь блокирует Дмитрий Волков. Ну, к середине четвертой партии уже пора было бы, да, раскусить. Столько успешных атак провел Полетаев сегодня. А теперь, смотрите, в одиночку закрыл его Дмитрий Волков. Волейбольная арена «Динамо». Керминен! Прекрасный прыжок, Лаури! Все в порядке с финским либеро. Отыграли сетбол. И это запомнили, такой момент. 9 мячей подряд отыграли. Сейчас 8 пока. Вот 9. Отыгрывали. Волков здесь. Его в форме. Дерук не забивает. За Керминен, зато Бабкевич. Тоже оставляет мяч в игре для Волкова. Здесь, наверное, Бабкевичу не стоило приходить третьим. Видно было, что он не успевает. Как раз-таки это и понял Дима. Иностранных граждан. Хотя, конечно, насколько русифицировал ассоциацию, я думаю, все прекрасно знают. Здесь Дмитрий Волков, Керминен подбивает в защите, успевает Соколов. И там... Ой-о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 й. Там подвернул голеностоп Илья Власов, причем ситуация была уже заиграна, не успевал, но вот сейчас надо посмотреть, все ли в порядке с Власовым. Пожалуйста, этот эпизод, наверное, докрутим на повтор. Не без эйса, под него тоже нужна поддержка. Здесь дыру. Волков. И вновь не успевает, вот, наверное, полшага дойти Илья Власов. И именно от рук своего бывшего партнера по новоуренгойскому факелу. 14 у «Зенита». В прошлой игре 29 ошибок за 3 сета было у «Динамо». Сегодня получше, но в целом это много. Это очень много. Но вот сейчас есть шанс на доигровку. Соколов, тяжелый мяч, будет и забивает. Нет, там Волков ногой исполняет. И вот здесь Вадим Лихошертов спокойно. Ох, сейчас... прозвучал свисток. Говорилось сегодня неоднократно уже, касание здесь просто происходит. И Джон Гордон Перин, и здесь в атаке Амар Курбанов. И снова Константин Абаев доводит этот мяч. И Дражен Лубарич, и оказывается, мяч еще в игре. Блок Локомотива не играет. Мне кажется. Да ничего подобного, да ладно, такого не бывает. Не верю я вам. Это забитый мяч «Зенита» Казанского. Как они забили, господи ты, боже мой. Ой-ой-ой, Дмитрий Волков один в один, Илью Казаченко восстанавливает. Неприятной подачей справляется Лабинский. Понятно, что сейчас все будет в него лететь. Теперь оставляет мяч в игре Курбанову, сложный мяч. Федоров его в игре тоже оставляет. Волков, Волкову тоже нужно забить. И чуть Вербова там не попал. Дмитрий Волков, когда кулаком показывал победный такой рык, клич, как угодно. Как и заключительный, так и не очень в этом матче. Поживем, увидим, как говорится. А начинаем мы с очень неплохой защиты от АСК. Не сбивает Вольвич. И достанет Лизеленков этот мяч. Должен, блестяще. Оставляет мяч в игре. И третью атаку казанцев будет за этот розыгрыш. Ну, здесь Дмитрий Волков должен завершать. Заводит он одновременно публику. Майкл Кристенсен вернулся, кстати, на площадку. Тайм-аут и Вербова приносит свои плоды, либо подачу. А вот снова летит со страшной силой, и с этим волейболистом АСК сложно что-либо противопоставить. Вольвич, 14-11, Керминен. В приеме Власов, Михайлов, третью защиту подряд Волков забивает. Вот это уже кураж. Это очень похоже именно на кураж казанского «Зенита». Следующее затруднение, качественная защита и потом доигровка. Здесь Волков. И Панков вынужден сохранять мяч. Ну а здесь Дмитрий Волков просто беспощаден. Разыгрался во второй партии. Дмитрий Волков, Константин Брянский берет запрос на предмет заступа трехметровой линии. Ну, давайте посмотрим. Я думаю, мы сейчас сможем. Артем Вольвич, заслуженный мастер спорта, блокирующий. Шестой Сэм Деру, доигровщик.
Седьмой Александр Волков, капитан команды. Не ошибается Егор Клюка. Ну, а Дмитрий Волков печатывает Женю Гребенникову в площадку. Либера «Зенита» из Питера. Кристенсен. Ох, как! Волков колотил мяч и за ним сам чуть не полетел. Прием на ту сторону. Дима Волков, конечно, такие вещи не прощает. Просто делает так, чтобы мяч плакал. Бригада у нас, матч плей-офф, это понятно. Ну а здесь уже Дмитрий Волков под центром волейбола. Воспоминания. Есть классная подача и классный прием в исполнении игроков Казани. Команда Владимира Константинова первым будет брать перерыв. Вот здесь Дмитрий Волков прочувствовал ситуацию, не захотел остывать. Забивает Дмитрий. 16-13 и сам отправляется подавать. Он справляется над собой, подбивает. Михайлов мяч в игре оставляет. И Волков снова его это мячи. Не забил, но и не проиграл. Казанцы в защите. Дыру. Забить бы этот мяч. И взорвется с этого волейбола, но нет. Оставляет мяч в игре Михайлов. И все-таки казанцы вырывают этот мяч. И я думаю, в этой партии он может стать решающим. Давайте аплодисменты. Более накачивающий, но он плотненько довольно подавал. Здесь классная доводка была у Казани. И молниеносная передача в четвертую зону. Это Артем Бойлич. Ферминин в приеме, а вот здесь Михайлов и его фирменная защита, то, о чем мы говорили, надо Волкову забивать, конечно, такие мячи, Семышев. И здесь начинается просто карнавал в квадрате запасных казанского «Зенита», самый главный заводящий там Валентин Голубев. Если будет возможность, можно это все показать, но и Дмитрий Волков забил, наверное, тот мяч, который вот именно важно было критически забить с его. Его утирать там носом об асфальт, да, но просто кричала болельщица Новосибирска, что промажет, он, правда, промазал. Вот здорово. Сначала Майка Кристенсен первым темпом смягчили Артема Вольвича. И в итоге Дмитрий Волков остается без блока. Это Богдан. Хорошая подача какая от Богдана. Но посмотрите, как здорово здесь Кристенсен передачами отрядил просто своих нападающих. Там немножко успели даже сейчас обменяться репликами у сетки. Оставляет казаться мяч в игре. Волков. Волков рискует. И Волков забивает свой мяч. Ну вот такой, наверное, мяч Волкову надо было забить в начале партии, чтобы как-то почувствовать себя. 2-5. Титич на подаче. Есть классный прием у Казани. И самонаводящаяся передача от Майки Кристенсена. И все-таки со второй попытки Дима Волков попадает все-таки опять не в площадку, пока выигрывает. Ну и в целом я бы отметил преимущество бело-голубых по игре в защите. Дмитрий Волков снова в игре. А у бело-голубых за две партии 19 атак после защиты. Строитель, который у нас участвует сейчас в чемпионате Суперлиги 2009-2014, четырехкратный чемпион Беларуси, пятикратный обладатель Кубка. Игра, но в целом, что команда хорошо усилилась, что и Дыру, и Лабинский. Это хорошие игроки, один опытный, один молодой. Что вот мы увидим на своей площадке не скоро команду, ровно через две недели. Вместе с командой был признан лучшим диагональным. И стал лучшим бомбардиром турнира в высшей лиге.